управлять электромобилем Tesla Model S отныне станет еще приятнее и легче. Помощь автовладельцам американская компания из Кремниевой долины разработала новое программное обеспечение с функцией автопилота. Используя камеры, радары и ультразвуковые датчики, Model S может при необходимости самостоятельно изменять скорость, перестраиваться в другую полосу движения и парковаться. Впрочем, производители предупреждают, руки по-прежнему необходимо держать на рулевом колесе. Автопилот – это только помощник водителя. Если произойдет несчастный случай, то ответственность несет водитель автомобиля. Мы четко заявляем, что это не тот случай, когда можно отказаться от ответственности. Модуль S с обновленной программой также отслеживает на дороге опасность в слепых зонах и может сама уйти от столкновения. Кроме того, автопилот оповещает водителя, если другая машина слишком приблизилась сбоку. Электромобиль научили самостоятельно поворачивать, а еще искать свободное место на парковке. Генеральный директор автомобильной компании обещает, уже через несколько лет Tesla будет полностью самоуправляемой. Мы абсолютно уверены, что через 3 года автомобиль сможет доставлять вас из одного пункта в другой, например, на работу. Вам не придется ничего делать. Можно будет просто спать. Все будет совершенно безопасно. Вполне возможно, что обещание сбудется. Однако руководству Tesla Motors предстоит еще убедить власти в безопасности беспилотного автомобиля и добиться разрешения на его продажу.